Во дворце культуры железнодорожников продегустировать и купить можно более 20 сортов меда, начиная от классических, липовый, гречишный, донник, расторопша, чистотел, а также лечебные сорта с прополисом, пыльцой, пергой и маточным молочком. Это продукты пчеловодства, добавляются они вот в мед. Это очень полезно даже для здоровья, с прополисом очень хорошо во время простудных заболеваний. Перга, она вообще комплекс витаминов идет для всего организма. Цветочный мед с прополисом обладает мощным бактерицидным действием, стимулирует обмен веществ. Таежный с пергой помогает при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, повышает умственную и физическую работоспособность. Его даже не рекомендуется есть больше одной чайной ложки в день. Дикий мед выводит соли, шлаки, токсины, эффективен при варикозном расширении вен и заболеваниях щитовидной железы. Полезными свойствами обладает и конфитюр. Его здесь около 20 сортов. Киви, черника, брусника, малина, вишня, абрикос. Все без грамма сахара. Это натуральная ягода, которая бланшируется на пару и добавляется пектин как загуститель. Конфитюр очень хорошо идет для диабетиков, потому что здесь он на пектине и сахар у них не повышается. Его можно кушать хотя бы хоть просто как с чаем, можно с творогом, с кашей. В пирогах он не растекается за счет яблочного пектина. Курганцев ждут в ДКЖ до 26 апреля. Выставка работает с 10 до 19 часов.